Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. Я как яйца. Участвую, но не вхожу. Вторая половинка есть у мозга, жопы и таблетки. А я изначально целая. Люди бывают разные, как и свечи. Одни для света и тепла, а другие в задницу. Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. Думайте и говорите обо мне, что пожелаете. Где вы видели кошку, которую бы интересовало, что о ней говорят мыши? Питаться в одиночку так же противоестественно, как срать вдвоем. Лесбиянство, гомосексуализм, мазохизм, садизм — это не извращение. Извращений, собственно, только два — хоккей на траве и балет на льду. Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная жопа. Оптимизм — это недостаток информации. Красивые люди тоже срут. Есть такие люди, которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить. Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать. Если человек тебе сделал зло, дай ему конфетку. Он тебе зло, ты ему конфетку. И так до тех пор, пока у этой твари не разовьется сахарный диабет. Если хотите похудеть, ешьте голые перед зеркалом. Многие жалуются на свою внешность, и никто — на мозги. Есть люди, в которых живет Бог. Есть люди, в которых живет дьявол. А есть люди, в которых живут только глисты. Если женщину поставить вверх ногами, то она похожа на копилку. А если мужчину поставить вверх ногами, то он похож на вешалку. Вы знаете, милочка, что такое говно? Так оно по сравнению с моей жизнью — повидло. Иногда встречается такая любовь, что лучше ее сразу заменить расстрелом.
Душа не жопа, высраться не может. Старость – это время, когда свечи на именинном пироге обходятся дороже самого пирога, а половина мочи идет на анализы. Если женщина говорит мужчине, что он самый умный, значит, она понимает, что второго такого дурака она не найдет. Облысение – это медленное, но прогрессивное превращение головы в жопу. Сначала по форме, а потом и по содержанию. Половина лжи, которую распространяют обо мне, не соответствует действительности. Искать женщину без изъянов может только мужчина без извилин. Что толку делать пластическую операцию? Фасад обновишь, а канализация все равно старая. Женщины умирают позже мужчин, потому что вечно опаздывают. Мне всегда было непонятно, люди стыдятся бедности и не стыдятся богатства. Чтобы мы видели, сколько мы переедаем, наш живот расположен на той же стороне, что и глаза. Сказка – это когда женился на лягушке, а она оказалась царевной. А бы – это когда наоборот. Старость – это просто свинство. Я считаю, что это невежество Бога, когда Он позволяет доживать до старости. Такая задница называется жопа и груни. Если не кушать хлеб, сахар, жирное мясо и не пить пиво с рыбкой, то морда становится меньше, но грустнее. Всю свою жизнь я проплавала в унитазе стилем баттерфляй. Если ты ждешь, что кто-то примет тебя таким, как ты есть, то ты просто ленивая мудила. Потому что, как правило, такой, как есть, это зрелище печальное. Меняйся, скотина. Работай над собой. Или сдохни в одиночестве. Фаина Раневская – это, пожалуй, самая уникальная женщина без комплексов в советском пространстве. Она была известной актрисой своего времени, но запомнилась не только своим актерским мастерством, но и невероятным остроумием. Хоть жизнь Фаины и не была сладкой, но она всегда сохраняла чувство юмора и умела любой разговор перевести в то русло, которое ей самой удобно. Жаль, что таких женщин в наше время нет, умных и остроумных.